25 мая в школе номер 9 города Буй прозвенел последний школьный звонок для выпускников 11 классов. Звучали трогательные слова в адрес выпускников от лица учителей школы, директора и, конечно, родителей. Первые учителя выпускающихся не остались в стороне и в стихотворной форме поздравили 11-классников. Выпускники, в свою очередь, с волнением произнесли ответные слова благодарности педагогам школы. Песни в исполнении выпускников по традиции «Нежный вальс» наполнили праздник неповторимым очарованием и легкой грустью. На праздничной линейке последнего звонка выпускникам пожелали успешно сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, в которые они так стремятся. На основании приказа школы все учащиеся 11 классов допущены к сдаче единого государственного экзамена. С напутственными словами перед выпускниками и их родителями выступила директор школы номер 9 Ольга Геннадьевна Смирнова. Дорогие ребята! Уважаемые родители, педагоги и гости нашего праздника, разрешите мне от имени администрации всего педагогического коллектива школы поздравить наших выпускников с окончанием учебного года. На основании решения педагогического совета и приказа по школе номер 24 от 23 мая все выпускники 11 класса в количестве 21 человека допущены к единому государственному экзамену. Дорогие выпускники, сегодня, в этот торжественный день, вы прощаетесь со школой и произносите слова благодарности учителям, которые вооружали вас необходимыми в жизни знаниями, научили трудиться, ставить перед собой большие цели и добиваться их. Вы произносите слова благодарности вашим родителям, которые вместе с вами радовались каждому успеху и переживали даже самую маленькую вашу неудачу. Вы говорите «Спасибо, школа». Трогательную речь своим ученикам произнесла классный руководитель выпускного класса Наталья Сергеевна Валиева. Дорогие мои ученики, сегодняшний день нам с вами казался очень далеким, но он наступил. День, когда за вашими спинами закрывается дверь с добрым названием детства. Этот последний звонок станет началом чего-то нового, волшебного и удивительного. Впереди вас ждет большая, взрослая и сложная жизнь. Какие сюрпризы она вам подготовила, неизвестно никому. В вашей жизни будет все. И взлеты, и падения, и радость, и неудачи. Принимайте все повороты судьбы. Помните и преодолевайте все. Я искренне желаю каждому из вас дойти до своей цели, чего бы вам этого ни стоило. Обретите свое счастье, найдите свое место в жизни. Я желаю сдать вам все экзамены на отлично. Я действительно верю, что вы справитесь. Ну, по крайней мере, будем верить в это. Думайте о результатах экзамена как о трамплине в новый жизненный этап. Уважаемые родители, от всей души я благодарна вам за то взаимопонимание и помощь, которую вы оказывали мне в воспитании детей. Мы были одной командой, которая боролась за умы и сердца наших неспокойных детей. Пусть ваши дети в будущем поддерживают вас так же, как вы их сейчас. Хочу выразить огромную благодарность учителям, которые работали с нашим классом. Порой это было нелегко. Было много недопониманий, но мы справились. Огромное вам спасибо. Желаю всем вам и вашим близким здоровья, счастья, любви. И пусть в ваших домах всегда будет уют, гармония и мир. А невзгоды всегда обходят его стороной. Дождливая погода не испортила такую теплую и праздничную атмосферу. В завершении торжественного мероприятия выпускники запустили в небо красные шарики и, загадав желание, вошли в новую, уже взрослую жизнь.